1986 году тогда еще в поселок Десногорск приехал знаменитый советский и российский дирижер Виктор Дубровский. По приглашению первого директора детской музыкальной школы Галины Мозголиной он начинает работать в школе и становится руководителем класса скрипки, ну а после основателем оркестра русских народных инструментов. Теперь в музыкальной школе имени Глинки проводят различные культурные мероприятия в честь памяти этого знаменитого и талантливого человека. В нашей школе важное событие, важное культурное событие, потому что конкурс, который проходит в нашей школе, он проходит не так часто, проходит раз в два года. Это третий межрегиональный конкурс, посвященный памяти Виктора Павловича Дубровского. Коллектив музыкальной школы гостеприимно встретил всех участников конкурса. В этом году мероприятие обрело значительную популярность. 68 молодых участников в возрасте от 8 до 15 лет приехали из разных городов Смоленской области. Оценивали мастерство юных музыкантов опытные преподаватели музыкальных школ. После торжественного открытия начались прослушивания, которые проходили сразу в двух залах. А пока участники ждали своего выхода на сцену, мы решили узнать, насколько они готовы к конкурсу. Я, во-первых, желаю всем участникам, чтобы они победили и успехов, чтобы они не волновались сильно. Конкурс проходил по нескольким направлениям – гитара, скрипка, домбра-балалайка и баян-аккордеон. Участники в течение всего дня демонстрировали свое владение музыкальными инструментами и играли различные знаменитые произведения на сцене, где когда-то выступал сам Виктор Дубровский. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.